Восхода осталось совсем немного. Тяжелую тропу я выбрала, короче. Без путеводителя подниматься очень-очень трудно. Полезла я дальше. Преодолимо, когда у вас, друзья, есть цель и желание ту мечту свою покорить самим. Всем бодрого начала дня. Я сделала это одна. Честно, друзья, я заблудилась. В тот раз была какая-то вышка. Сейчас буду ее искать, чтобы спуститься обратно. И там где-то, там Эльбрус. Так что скоро я еду.
и ты повелитель всего мира. Все преодолимо, когда вы не боитесь. Как хорошо, что я застрахована в трех компаниях. И они не знают, чем я занимаюсь. Фу. Сейчас нога застряла. Опа. Кроссовки классные. Фу. Пошли дальше. Боком-боком. И спустимся на завтрак. Итак, Бештау, 1600 метров. Бегом в гостиницу, я справилась. В ночью это было очень страшно. Орлиные скалы. Покорила одну из них. Сил нет.
Четко. Так, давай, 2000. Поехали. Я вниз. Хочешь избавиться от девушки, поставь его, ее на горные лыжи и отправь одну вниз. Это я еще подумала, какой горнолыжный костюм-то брать, белый или красный? Да, конечно, красный яркий, чтобы вас было видно. Все белым-белом, как нечего делать, слиться со снегом. Фух. Ну что, поехали, первый перевал я преодолела. Едем дальше. Итак, спуск продолжается, преодолели гору. Но, честно сказать, трассы вообще не видно. Еще очки сняла, совсем слепая стала. Поехали дальше. Да, друзья, все-таки красива наша матушка Россия. Не московские склоны. Катишься, катишься и любуешься. Я жива. Страх победила. Крутость растет. Слетела я с трассы, короче. Что-то страшненько, пипец. Лыжи несутся по-страшному быстро. Две тысячи 227 метров вниз. Это круто. Адаптировалась уже к трассе и к этой скорости. Уже получаешь удовольствие, не боишься даже улететь, как некоторые люди. Ограничений, конечно, по бокам нету. Гора. Последний взгляд из окна. Снежные скалы, орлиные скалы. Как же красиво. Вы видите, что сегодня бы я не поднялась наверх и не встретила бы восход солнца. Он там высоко-высоко. Завтрак и бегом в аэропорт. Бегом, бегом, бегом. Очень вкусная кухня.
Жестокая. Колдаи, ёбина, по-другому не